В субботу 6 марта в акватории Японского моря произошел пожар на промысловом судне «Витим», принадлежащем компании «Pacific Crab». В 7:00 дежурную смену главного управления ЦУКС поступила информация от МСКЦ о возгорании рыболовецкого судна «Витим», на борту которого находилось 30 человек. Для оказания помощи в готовности находился вертолет Ми-8 с группой спасателей ДРПСО. Применение авиации не потребовалось, экипаж судна эвакуирован. Экипаж предпринял все необходимые меры к локализации пожара и действовал в соответствии с расписанием по тревогам. Для безопасности людей было принято решение оставить судно. Моряков эвакуировали во Владивосток. Компания-судовладелец занимается размещением членов экипажа в гостиницах. Рыбаки будут обеспечены питанием, одеждой, предусмотрена материальная помощь и доставка к месту жительства за счет средств компании. По информации Pacific Crab, на момент выхода на промысел судно было исправно. Капитальный ремонт всех систем и механизмов выполнен в 2019 году. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания по факту пожара. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на 8.